Всем привет! Сегодня хотел бы вам показать, как купить токены в компании DigitalTick. Для начала переходим на их сайт digitaltick.com, нажимаем «Внести свой вклад», потом жмем «Регистрация». Вводим наше имя, e-mail, пароль, реферальный код, но это не обязательно. Также ставим галочки и регистрируемся. Я уже зарегистрировался, на почту придет письмо с подтверждением. Переходим по нему и заходим в наш личный кабинет. Теперь у нас есть реферальная ссылка, где мы можем приглашать друзей, покупать токены. Нам будут начисляться 5%, как и нам 5%, так и нашему другу, который купил токены. Как мы видим, минимальная покупка — это $50, то есть мы можем покупать за эфир доллары, либо биткоины. Мы выбираем, смотря в чем мы будем покупать. Если нам удобен эфир, также здесь мы конвертируем количество, ставим сколько мы хотим купить. И если мы покупаем за один эфир, то мы получим 976 токенов, также 2 эфира 1953. Теперь мы выбрали эфир, нажимаем «Получить адрес оплаты», и вот он адрес, на который нам нужно отсылать наш эфир, чтобы получить токены. Ничего сложного. Далее мы можем посмотреть, как потом активировать токены. Также наши сделки, когда мы купим. И вопросы на ответы. Так что, ребята, если хотите приобрести токены DigitalTick, то в этом нет ничего сложного. Просто зарегистрируйте аккаунт, выберите, как хотите покупать, биткоином, эфиром или банковским переводом. Можно выбрать страну. Россия. Номер счета. Ну, я бы вам советовал, конечно, покупать за эфир или биткоин. Всем спасибо за внимание. Если остались еще какие-то вопросы, вы можете задавать их под видео. Также я оставлю ссылочку на их сайт и телеграм-канал, где вы можете задавать свои вопросы. Всем пока.